Всем привет! Данный видеообзор записан специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре силиконовые приманки от фирмы Yum, называются они Bully Beaver Tail. Поставляются в такой вот небольшой упаковочке. На сайте имеется выбор из трех размеров данных приманок. Это 4 см, 5 и 7,62 сантиметра приманки. У меня представлены они в 5-сантиметровом размере. В принципе, довольно-таки такая небольшая приманочка ультралайтовая. Что она из себя представляет? Это, в принципе, по форме такой вот слаг с очень интересным хвостом. Но, в принципе, как понятно из названия, что он имеет бобриный такой плоский хвост. И для разнообразия коллекции ваших силиконовых приманок очень и очень необычная такая приманочка. Тело у нас имеет множество вот таких ребрышек, которые в своих этих промежуточках захватывают воздух и под водой выпускают из себя пузырики, дополнительно привлекая к себе хищника. Ну а какого хищника, в принципе, это в основном окунь. Я использую их на ловле на небольшие мормышечки. Можно также использовать офсетный крючок, неплохо он прячется в данную приманку. В данном случае здесь оснащен на одинарник и на небольших разборных чебурашках, где-то 1-2 грамма, очень неплохо так, еще раз повторюсь, ловит окуня. Поэтому для него это основная приманка. Ну и в прилове частенько попадается и щучка, которая не прочь даже щука и до 2 килограмм частенько попадается на такие крошечные приманки. По качеству исполнения все на высшем уровне, отлито все качественно. В упаковку нам кладут аж целых 15 приманок, и поэтому это довольно-таки существенное количество. У меня идет вот такая расцветочка: черное тело и яркий хвостик. На сайте очень большой выбор, более 30 расцветок, и все почти они имеют какой-нибудь яркий элемент. Либо идет яркое тело и темный хвостик, либо в основном наоборот имеются такие розовые, фиолетовые яркие, но в основном используются желтые такие бобриные хвостики. Проводочка, в принципе, можно использовать как простую джиговую проводку, можно использовать небольшие подбросы и создавать данные приманки и игру именно вы должны сами. Но еще раз повторюсь, даже на простой джиговой проводке окунь неплохо реагирует на данную приманку, которая, скорее всего, ему напоминает небольшую рыбешку. В принципе, можно монтировать как и чтобы хвост был параллельно приманке, и также чтобы был перпендикулярно основанию именно крючка. Поэтому присмотритесь, для тех, кто ловит на ультралайт, очень интересный вариант. Кстати, вот эту приманку еще очень по весне любит голавль, неплохо на нее так он ловится. Тоже, наверное, напоминая голавлику небольшого такого малечка. Вот такая небольшая приманочка от фирмы Yum, называется Woolly Beaver Tail. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание, пока!